Приветствую вас. И если говорить только чисто про вас, да, вот если говорить исключительно про вас, то я полагаю, что совершенно логично было бы и вполне закономерно было бы, если бы вы уехали ради работы своей куда-то там, в другое место. Вот. То есть это, в принципе, вполне нормально. Как бы. Но поскольку у вас есть муж и ребенок, то здесь нужно понимать, что и муж, и ребенок вполне могут страдать, если вы уедете. И муж, и ребенок вполне могут очень-очень и очень сильно переживать, если вы уедете, ну, в другое место куда-то. Вот. Поэтому, в первую очередь, постарайтесь определиться с тем, как и в каком ключе, в каком контексте вы могли бы воспринять своего мужа. Насколько сильно он вас волнует, насколько он поддерживает вас и так далее. Насколько ребенку будет тягостно и плохо, если вы уедете. То есть ребенок, он будет без отца. По факту. Вот. Соответственно, я полагаю, что данные аспекты также нельзя сбрасывать со счетов. И вот если и когда вы определитесь с тем, как вы видите свое будущее со своим мужем, если и когда вы определитесь с тем, как вы сможете обеспечить своему ребенку взаимодействие с отцом, ну, неважно как. Но чтобы это взаимодействие было адекватным, чтобы оно было правильным, чтобы оно было естественным, чтобы не было неудовлетворенности со стороны ребенка и так далее. Потому что, ну, ребенку нужен отец, вы это понимаете, я надеюсь. Вот. Вот исходя из всех этих моментов, исходя из всех этих аспектов, можно уже тогда думать о том, готовы ли вы менять свою работу или нет. Потому что вот
Пока это выглядит именно так, что вы просто, ну, чуть ли не, знаете, чуть ли не сбегаете от своего мужа, например. Чуть ли не сбегаете от места, где вы сейчас живете и так далее. Вот. И я не думаю, что это сколько-нибудь хорошая и адекватная модель поведения для вас. Просто, опять же, потому что в итоге ваш ребенок, он будет страдать. Понимаете? Вот. А решать вам в любом случае решать только вам. И никому больше. Ибо это ваша ответственность. И немножечко тоже непонятно, почему вы обращаетесь к психологам, спрашивая у нас, стоит ли уехать с ребенком ради интересующей меня работы. Мы за вас решение не примем. Мы решаем проблемы. Мы убираем противоречия, снижаем напряжение. Но мы не отвечаем на такие вопросы, стоит ли что-то сделать или нет. Стоит или нет, решать исключительно вам. Исключительно вам. Если есть проблема с мужем, то она обязательно хотя бы ради ребенка подлежит разрешению. Вот, обязательно. Если проблема еще какого-то рода, то она решается, проблема, но именно решается, и уже после этого, после решения проблем, вы как бы сами для себя определяете, стоит или нет. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи.